С Днем Ангела, дорогие именинники! В «Песни песней» — это одно из самых благоуханных и таинственных книг Ветхого Завета. Возлюбленная царя Суламита предстает вначале смуглой, черной, а впоследствии сияющей, светлой, благоуханной. Есть два имени среди женских имен, которые обозначают как раз черную, смуглую и светлую. Светлая — это нам известно уже Фатиния, там, Светлана в разных языках, или Елена, также сияющая. А вот есть имя также смуглое, темное, это имя Мелания. Сегодня церковь совершает память святой Мелании Римлянки. Это великая святая, которая любима нашим народом, да, имя Маланка, оно вошло, в общем-то, в плоть и кровь нашего народа, так раньше называли многих девочек. Святая Мелания была первой знатной римлянкой, обратившей сердце к Господу. И очень хотела сохранить себя всю жизнь в чистоте. И когда ее выдавали замуж, она очень просила своего обручника, впоследствии супруга, по имени Апиниан, так звали его, чтобы они сохранили девство. Было ей в те годы всего лишь 14 лет. Так рано выдавали замуж в древности. И жизнь была совершенно другая, мало нам понятная. Апиниан был знатный юноша, любивший свою невесту, и просил ее, чтобы она согласилась родить хотя бы двух детей, чтобы вместо их двоих им дало, значит, появились еще два человечка, два ребенка, которые можно было бы переписать свое имущество, а потом, говорит он, я обещаю тебе, что вместе с тобой займусь как раз делами благочестия, постом, молитвой, и мы будем жить в чистоте. Она согласилась на его как раз такие увещания. Спустя некоторое время родилась у них девочка. Роды были тяжелыми и мучительными. Апиниан переживал за свою супругу и горячо о ней молился. Спустя некоторое время были еще одни роды, родился мальчик, но родился преждевременно, был очень хилым и слабеньким, его тут же окрестили, и он в скорости умер. Спустя некоторое время умерла и девочка. Таким образом, двое детей родилось, но никакого земного счастья, никакого твердого такого подпоры в старости твердой у них не было, и Апиниан понял, что Богу угодно, чтобы и он, и его супруга вели жизнь в девстве и чистоте. С этого момента начинается их подвижническая, удивительная, обоюдная жизнь. Апиниану было в эти годы 24 года, а Мелании 20. Они отправляются почти что в кругосветное путешествие, объезжают Африку, Ливию, многие, значит, Малую Азию, посещают свои поместья в Испании, у них были довольно большие земли, было много сокровищ, и они занимаются тем, что непрестанно, щедро все это раздают. Выкупают пленных, строят храмы, благотворят монастырям. До тех пор, пока не приезжают в Иерусалим, и там начинают вести жизнь уже на месте подвижническую. Жили они на горе Элеонской, на горе Вознесения Господня. Мелания имела сердечное желание, чтобы здесь возник мужской монастырь. И дали для этого денег, и она устроила его. Там умер ее муж. У его гроба она провела несколько лет в посте и безмолвии. Потом вернулась в Рим и там скончалась, прожив жизнь по-нашему недолгую, но духовно длинную, насыщенную добрыми делами, жизнь богатую. Она по имени была смугла и черна, а на самом деле душой была светла и огнеобразна. И мы сегодня с радостью поздравляем всех наших сестер, носящих имя в честь и память святой Мелании Римлянки. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.